Свадьба – долгожданный, незабываемый день в жизни каждой влюбленной пары. За границей свадебные торжества давно стали большим и очень прибыльным бизнесом, которым занимаются специализированные агентства. Это настоящие профессионалы, способные воплотить в жизнь любую фантазию жениха и невесты. В России рынок свадебных услуг стал зарождаться в середине 90-х. И сегодня на нем представлены десятки крупных и малых компаний, обслуживающих клиентов практически любого уровня достатка. Ивент-агентство VIP4U Андрея Кадишного стоит в этом списке особняком. Ведь именно оно отвечает за организацию под ключ самых дорогих свадеб в Москве. Специализация Андрея и его команды – свадебные торжества, уникальные, неповторимые, с авторским почерком. Для многих людей свадьба – это очень важное событие, которое происходит один раз в жизни. Вы же сделали из этого профессию. Как вам это пришло в голову? Это выросло, в принципе, из праздничного агентства. У нас как бы сначала было праздничное агентство, мы занимались не только свадьбами, но и мероприятиями различными. Но на выходе по качеству и по удовлетворению как бы, свадьбы, они наиболее как бы, эффектны. То есть и для нас как бы мы сделали фокус на свадьбах, потому что это такое дело, где ты можешь постоянно упражняться в достижении совершенства. Как бы это всегда будет благодатная почва. Андрей Кадишнов, владелец свадебного агентства VIP4U. Родился в 1982 году в Ташкенте. В Москву приехал в 1998 году. В 2004 основал ивент-агентство. Образование. Богословское. Московский теологический институт. Экономическое. Московский государственный университет сервиса. В настоящее время получает юридическое образование в Академии народного хозяйства. Хобби. Кикбоксинг, тайский бокс, скалолазание, картинг. Женат, воспитывает сына. Однажды вы проснулись и решили организовать собственное дело. Все-таки, вот с чего вы начали? Начнем с того, что это не первое дело, да, которым я занимался. То есть у меня самый первый бизнес прокат автомобилей, он до сих пор работает и успешно, и как бы сам по себе. То есть, да, я, в принципе, в нем минимальную часть принимаю. Работает. В какой-то момент просто хотелось что-то делать дополнительно. Ну и перебирали разные как бы, сферы. У нас была и курьерская была своя служба, мы ее закрыли. Была турфирма, тоже как-то не понравилось, не пошло. Вот праздники почему-то как бы, когда вот в это дело втянулись. Как все-таки начать? Сняли помещение, набрали там какое-то количество народу. Где найти первых клиентов? Я бы, наверное, пошел бы не по такому пути, а первоначально все-таки постарался найти клиентов и сделать для них пару проектов. А потом уже заниматься помещениями и так далее. Тогда можно уйти от ненужных издержек и потерянного времени. Лучше честно встретиться с клиентом, сказать, что я там делаю это второй раз в жизни, я вам сделаю большую скидку, но вы мне дайте попробовать на ваше мероприятие потренироваться. Если дадут, то есть возможность набраться опыта. Это честный подход, нормальный. Абсолютно стоит. А какой была первая свадьба, которую пришлось организовать? Первая свадьба была довольно крупная. Мы делали ее в усадьбе Останкино. То есть довольно была интересная как бы, свадьба. Итоги этого проекта были настолько красивые, да, что просто ты смотришь на фотографии, смотришь на то, что получилось, ты просто умиляешься, тебе это нравится, и ты хочешь сделать это дальше. Делать это еще раз, как бы повторяя там, для других людей. Наш второй проект был не менее уникальный. Он был зимой. Мы делали свадьбу для футболиста известного клуба. Это была усадьба. Мы посреди нее построили шатер, не шатер, а павильон из стекла. На улице было 25 градусов мороза, а внутри у нас был банкетный зал. Было тепло, там стояло 5 пушек тепловых, которые наполняли все это теплым воздухом. Люди отлично как бы, провели время, отпраздновали. Это было уникальное мероприятие по сложности, по логистике, но проведено идеально. А вы как-то пиарились или помогло сарафанное радио? Ну, вы знаете, как бы сарафанное радио – это примерно там, процентов 10-20 заказов в год. То есть, слава богу, нам, как бы, наверное, везет на качественных клиентов. Ну, в том плане, что именно люди вот, доверяют, не только они доверили тебе свою свадьбу, они еще и рекомендуют, берут на себя ответственность рекомендовать. Все. Остальное – это, конечно, реклама. То есть, в любом случае, реклама – наше портфолио, и оно дает людям представление, да, что мы делаем. Когда люди уже приходят к нам, они
понимают примерно, что мы делаем, как мы делаем. Им что-то конкретно, их цепляет конкретные вещи. То есть они приходят и говорят, вот мы хотим как там или как здесь. То есть, ну, нам не нужно много себя продавать, но когда человек посмотрит портфолио, уже все понятно. Но тем не менее, вот пришли к вам клиенты. Может быть, у них есть еще, да, какое-то агентство на примете. Что именно вы можете предложить такого особенного, чтобы выбрали именно вас? У нас подход следующий. То есть мы показываем то, что мы делаем, мы рассказываем о себе. И когда нас спрашивают там, о конкурентах, я никогда не позволяю там, себе, ни сотрудникам, как бы, говорить о конкурентах вообще в принципе. То есть не комментировать их работу и так далее. Но мой подход обычно – сходите, посмотрите. И процентов 80 клиентов возвращается. Почему, как вы думаете? Я не знаю, как бы, почему, да, то есть, но я могу сказать, что, наверное, на их месте я бы тоже вернулся. Потому что вы делаете это профессиональнее других? Вопрос, наверное, не в профессионализме. Здесь как бы такой момент тонкий, что не только в профессионализме. Здесь момент еще и в отношении как бы, к клиентам и к людям. То есть могу сказать, что мы относимся к людям как к себе. Да? Вот у нас нет такого, что у нас подход, мы скорее сделаем намного больше, чем что-то не доделаем. Вообще это сезонный бизнес? Это сезонный бизнес, да. В основном это летний бизнес, наверное, с апреля по октябрь. Ну и зимой тоже женится. То есть, в принципе, если брать по сравнению с прошлым годом, ну, примерно где-то спад процентов на 30 в денежном выражении. Mm-hmm. То есть не в количественном. Люди, конечно, стали меньше тратить, а в то же время они продолжают тратить. Ну, потому что мне кажется, что если когда русские люди перестанут тратить на праздники, то это уже совсем апокалипсис. Наши люди все-таки они отличаются от этим вот моментом, что свадьба должна быть как бы хорошей. Расскажите о процессе подготовки свадьбы. Главный момент – это подбор места проведения. Да? От него зависит очень много. То есть, собственно, формат мероприятия, как он будет проводиться, бюджет и так далее. В принципе, весь бюджет мероприятия строится на трех китах. Да, стоит. Это банкетная часть, где еда, алкоголь, там, место проведения. Да, оно либо арендуется, либо уже как бы, да, просто платят за еду и напитки. Да, то есть вы берете место. Второе – это шоу-программа. Все, что включается в шоу-программу, там, ведущий, какие-то там музыканты, диджеи, то, что связано с наполнением и развлечением, это шоу-программа. И третья часть – это все сопутствующие услуги, фото, видео, там, автомобили, цветы и так далее. Это три части, как бы они вот, мы клиентам формируем, ну, как бы делаем акцент, они примерно должны быть равны по как бы, процентному отношению бюджета. Тогда как бы свадьба получается ровная, интересная и гармоничная, как бы грамотно составленная. То есть можно выкинуть кучу денег на площадку, но не потянуть, допустим, там остальные услуги, это будет не то. То есть мы рекомендуем людям просто правильно распорядиться тем, что они планируют, как бы, в правильном месте. То есть как бы отталкиваясь, обязательно можно спланировать так, что это будет красиво там за энное количество денег. То есть не обязательно это может быть там очень дорого, но это может быть и недорого, но грамотно потрачено. То есть сбалансированная свадьба. Насчет мест вы можете предоставить практически все, что угодно? Ну, это такой вопрос, как бы, наверное, каверзный, да, то есть, в принципе, да. Красная площадь, например. Ну, это, конечно, очень сложное согласование, но, наверное, для определенных людей в нашем обществе это можно сделать, я бы так сказал. Это, конечно, не только мы согласуем, то есть и со стороны, как бы, клиентов это должно быть. Свадебное агентство VIP4U – одно из ведущих свадебных агентств в Москве. Работает с 2005 года, обслуживает свадьбы с бюджетом не менее 500 тысяч рублей в Москве и за ее пределами. VIP4U предоставляет полный спектр свадебных услуг. Подбор места проведения, выездную регистрацию, кейтеринг, оформление зала, написание оригинального сценария. В среднем агентство организует 50 свадеб в год. Андрей Кадишнов считает, что неумелая организация способна превратить любую, даже самую оригинальную и дорогую свадьбу в хаос. Его задача – не допустить этого. Поэтому процесс подготовки каждого проекта всегда четко распланирован. В приметы Андрей не верит. Даже прогнозом погоды в день очередного торжества не интересуется. Он всегда готов к форс-мажорным обстоятельствам и заранее знает, где придется подстелить соломку. Каждый проект, как бы, он нас поглощает, мы стараемся продумать каждую деталь, выверить все слабые моменты заранее, да, чтобы они не на мероприятии нас как бы там удивляли, да, своим неожиданным появлением. А мы заранее их блокировали, этого ничего не происходило, и мы могли сделать идеальное мероприятие без срывов, без каких-то там проволочек, без каких-то непонятных там вещей, опозданий и прочего. А вы сами лично это контролируете? Да. Процентов 90 свадеб я контролирую лично. А сколько нужно времени, чтобы спланировать свадьбу? Ну, в принципе, как бы мы планировали за неделю, то есть можно сделать любой проект за короткий срок. Вопрос в том, что чем меньше времени до свадьбы, тем просто, ну, если люди придут, просто скажут, мы хотим сделать красивую свадьбу, делать на ваше усмотрение, мы им сделаем за два дня.
все у них будет круто, им все очень понравится. Мы сделаем полностью, как нам нравится, да, на нашем опыте. Но они там не будут ничего выбирать, там показывать пальцем, что хочу вот, там, розовое приглашение или голубое. То есть, да, если мы этот аспект уберем с подготовки, то есть момент, когда люди выбирают, да, этого или этого, то мы можем сделать за два дня. Идеально спланированная свадьба для Кадишного – это когда работа его команды не бросается в глаза, остается за кадром. А на первый план выходят два главных героя торжества – новобрачные. Многие не устраивают свадьбы, потому что кажется, что все это уже когда-то было, да, это уже неинтересно. Вот что бы вы таким людям сказали? Пусть приходят к нам. У нас очень красивые церемонии, гости всегда плачут, и мы сами иногда плачем. То есть, ну, момент такой как бы трогательный, и мы переживаем это, наверное, так же, как молодые. То есть стоит устраивать свадьбу? Стоит, да. У нас очень многие клиенты, которые колебались, там, делать, не делать, после свадьбы говорят, лучше бы раньше сделали. Андрей, а что вы больше всего любите в своем деле? Знаете, я по характеру такой человек, который любит плюнуть адреналин, да. Каждый мероприятие все равно преподносит какие-то сюрпризы. Ты всегда как бы работаешь, знаете, как этот волк из этой электроники в детской игрушке была, когда он ловил яйца, да. Ты, в принципе, да, как бы тебя просто понимаешь, насколько ты хорошо можешь сделать, да, это каждый раз вызов, да, каждое мероприятие – это определенный вызов. Это всегда интерес, это всегда как бы спортивный интерес, азарт, сделать как бы идеально, то есть все учесть, все успеть. Ну, это на самом деле как бы драйв, это драйв, то есть, ну, это реально драйв.